Здорово всем, народ. Добро пожаловать в данную игру Dark Orbit. Ладно, у меня еще бонус не кончился, я думаю тут некоторыми вещами. Но надо собрать Прометея. Так, я отключил. Топ-задания получил ежедневные. Они довольно-таки простенькие, надо повыполнять. Так, ну я, кстати говоря, против него хорошо держусь. Вся беда в том, чтобы выполнять другие задания. Мне здесь, мягко сказать, понадобится кое-что другое. Как минимум улучшение оружия, хотя бы Прометей. Вот этот вот, он будет очень кстати. Так, ты идешь, надо ночь подождать, чтобы пособирать за ребятками воду. Далеко? Свободно, я не хочу с вами связываться. Толку от вас ноль. Блин, скорее всего, надо будет лететь 4-1. Да и руду там пособирать. Здесь как-то бедновато по руде, я тебе скажу. Давай 4-4 сгоняем, посмотрим, что там. Надо пятерых этих штучных ларкинов убить. Что-то мне это и не нравится, потому что здесь практически ларкинов-то и нету. Видишь, я уже мочу их попроще. В биосборке немного улучшил ирисы. Как мог. Что за и хром? Нафига его нужно? Только мне пока непонятно. Так, потом, наверное, этих надо будет завалить. Ну, давай пойдем по порядку, то это сейчас буду за все хвататься. Не сделаю. Так, что за эрзоны, я не знаю. Все свободно. Там меня сейчас убивают, что я решил туда не соваться. А все равно мне потом на эту карту лететь с Симонами погаситься. Я же на ремонте прилетел. Где мой любимый авторемонт? О, спасибо.
Не знаю, стоит ли подниматься до 20 левела. Может, упорюсь, да поднимусь. Честно говоря, не знаю даже. Пока как-то неохота. Хотя, в принципе, 20 число довольно-таки интересное. Может быть, может быть. Сколько там бустера осталось опыта? Значит, завтра в час дня закончится, да? Нормально. Прямо кредит возьмем, ну хорошо. Так, попробуем тогда еще одну ириску купить за десятку. Так, потом, наверное, будут пойти пособирать энергию, потрошки получше раздобыть. Так полагаю, потом на дальних этапах мне это уже сбор не понадобится. Он меня немного замучил. Там очень много ботов, очень сильно все лагает. Так, кстати, надо посмотреть, там же программа эта. Боты там не сбились случаем. Это будет любопытно, кстати, взглянуть. Так, часть была продана. Я понял, все задания эти выполняют, какой красивый кораблик-то. Я тоже только хочу. Опс. Не-не-не-не. Правда, где надо вот этих вот 300 штук уж? Здесь оно не по времени. Так, порядок.
Очень хотелось бы мне во врата слетать. Ой, ах. Хотя, может быть, завтра-то слетаем. 2 часа потрачу, 3 часа. Хз, слушай, народ. Может, и сможем собрать эти врата. Чтобы энергии поднакопить. Пока и маловато слишком. О! По поводу PvP. В этом режиме меня также гасят суперсильные игроки, как и на обычном PvP сервере. Так что не вижу никакой разницы. Что так убивать, что так. Я показывать это даже и не стал. Меня там 15 раз грохнули. Ой, не 15, а где-то... Ну раз... Блин, не знаю, раз 40. Это точно. Неважно, в принципе. Ничего такого супер особенного нет. Все как обычно. Тот же самый PvP сервер. Только нападают не все, кому лень. Подальше от базы отведу, то ну и нах. Не нравится она мне. Кстати, почему у меня нет этих ключей зеленых? Ключи трофеи все заграбастал. Оказывается, ни одного. Не знал этого. Чувак, извини, перепутал тебя. Хороший вопрос, с кем, правда, ну ладно. Так, по топливу. Сегодня я весь день его использую. 5000 всего, да? В принципе... Ах, да, я же хотел купить ему новый модуль. Точно. А, модуль. Мне его надо было прокачать. Какой там уровень, 8. Я же что, и застопорился-то. Пооткрывалось. Не очень такие бешеные цены, никому не кажется. Да, на PvP сервере цены были гораздо меньше. Это я должен очевидно сказать. Мягко сказать. Чуть-чуть завысано. Чуть-чуть. Да ни хрена себе, чуть-чуть. Не охренеть, как завышено. Пиздец какой-то, нифига себе, у них цены тут задернуты, блин. Прям яйца мне в узелок замотали, блин. Японская блоха, нифига себе, я что-то ей не обращал внимания. По-другому, короче, развитие стало.
Ведь дороже здесь многократно. Одна ж последняя осталась. Пол. Так, ну если мне дадут 8000, будет неплохо. Топ энергии еще 80, было бы вообще шикарно. Да. Ну, хотя губенку-то я раскатал, но может и поможет. Так. Должен прибыть ко мне грузовичок. Дается. Да. Так, ну. Сильно. Если я их завалю, кстати, неплохо подзаработаю. Ой. Дают-то что? 100 опыта дают. Еще на 3 умножить, это 150, да? А.
Осилю, не осилю. В принципе, со временем осилю. Сразу же как-то неохота. Не, за... Фарма надоело. Да, я понимаю, здесь реально можно поднять даже, наверное, ну, 22-й, 24-й уровень можно поднять, но мне геморроиться так неохота. В принципе, я не знаю от этого смысл какой. Я здесь надолго. Так, но я все равно потом этих ребят буду тут кромсать. Это не на время задание. Сейчас давай посмотрим, что у нас тут на время есть вообще. А я сейчас на паузу скачу, взглянем. Главное на время проходить. А эти я все равно говорю, вот у меня бонус кончится, я буду нифиг делать их ковырять. Ну, больше ничего не остается, в принципе. Все, пошли вылавливать Саймонов. Саймоны, вы где? Они тут вообще есть? Они на 4-1 топнулся, да? Вроде были. Спилон, Саймон. Босс Саймон, а... И лордакины здесь есть. Погоди, они в 4... А, я в 4-1 постоянно лордакина фармил. Точно. А что непись-то так повторяется? Ну, ладно. Так, босс мне не нужен. Когда нужны, их нет. А это японская блоха. А происходит? Ой, нифига себе, он там гасит. Написи нету. У написи нету пиповиски. Кажется, это странно. А, 12 часов прошло, все, боты активны. Выполнил то задание дурацкое. Блин. Почти, почти. Пачел, гаси, гаси.
Так. Многовато было промахов. Реально многовато. Эй, засранец. Ладно. Всех забирай. Скажите, вот нормальный человек выдержит вот так вот летать? Час их гасить? Угу. Конечно, да, без проблем. Да ладно, не важен. Хотя, в принципе, он важен. Вот так сделаем. Хрень включать. Я зачем себе подписку добрал премиум? Вот именно ради этого, в принципе. Она мне только первый месяц пригодится. Дальше она мне нафиг не нужна. Шубаста у меня будет уже прокачана. И толку от нее не будет никакого. Малышей. О, кстати, этого смогу я завалить? С него вроде как потрошки, говорят, падают. Так, попробую, конечно, компе перезагрузить. Значит, мне не нравятся эти логогульники, хотя я сегодня уже весь день сижу. С ума схожу. Так что тут удивляться, в принципе, нечему.
парни, я за вами тут. Вы не против? А то вы, смотрю, цепляете к себе всю непись. Трофея у меня нет. Отдавали ведь несколько раз. Не совсем я понимаю этого. Театрин. Должны, по факту нет. Подло, да? Зато забавно. Такс. Кажется, сдох. Опять заражают меня эти спидосники гребаные. Бывает. И то довольно-таки часто, могу сказать. Так, время подходит. Ладно, вот на этом я серию закончу. Продолжим следующую. Всем удачи, всем пока.